Я вас люто приветствую, меня зовут Александр, добро пожаловать назад в прохождение Dishonored 2. Так, мы нашли обходной путь, как попасть в замок без всяких лишних путешествий через дворцовую стражу. Может быть, я пропускаю что-то интересное, но, блин. Я не думаю, что что-то серьезное я там пропущу. Смотри, а сюда я не могу забраться, игра мне не позволяет. Говорит, дескать, давай плыви через канал, раз такой умный. Ну что ж, делать нечего. Плывем. Так, ну здесь, пожалуй, воспользуемся нашим обычным двойным прыжком. Не будем тратить ману на это все. Возможность подняться есть. Без этого? Хорошо. Так, а здесь уже все. Аккуратно. Поднялся, отлично. Ну-ка, зацепимся, нет? О, прекрасно. Ага. Смотрю, собачки из бездны здесь. А вы у нас кто такие? А вы у нас ведьмы. Ого! Чё? Чё это было сейчас? Нифига они там колдуют, что ли? Тихо. Сколько вас здесь? Одна, две, три, четыре. То есть я убиваю этих четверых, получается. Давай. Связываем их между собой. Оба, прекрасно. Так. Давай будем действовать в этот раз тихо. Голову не вижу, где там она? Отлично. Все, тишина. Прекрасно. Спускаемся. Оранжерея. Ну, это было понятно и так. Где ведьмам брать ингредиенты? Только в оранжерее. Всякая там мандрагора. Что они там еще используют? Ага, и здесь еще одна. Прекрасно. Подожди, я до тебя доберусь. Посмотрим, что из полезного может валяться. Амулет. Так, а где у меня еще что? Тихо-тихо. Микстурка. Руна. Давай-ка до руны сходим сейчас. Вот эту подружайку. Прикончим. Так. Что ты у нас тут делаешь? Патрулируешь. Окей. А, успею я телепортнуться к ней до того, как она обернется? Давай проверим. Сдохни, мразь. Ох, нормально я ее разрубил. Так, вот еще две подруги. Вернемся на крышу, пожалуй, не будем искушать судьбу. А, и собачка с ними. Вообще замечательно. Так, и там кто-то ходит. Ну что ж, давай убивать проблемы по мере их появления. Вообще есть мысль телепортнуться на эту башню. Эх, не дотягиваюсь. Ну-ка, если подпрыгнуть. О, прекрасно. Никто не заметил, надеюсь. Так, цепь моя дотянется до них? Что-то, походу, не очень. Слишком высоко. Как бы они внимания на меня не обратили. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не-а. Не дотягиваюсь. Чуть-чуть не дотягиваюсь. Блин, мне бы вот на тот заборчик перебраться. Было бы лучше.
Но у меня не получится. Ух, они еще и расходятся, что ли? Печально. Если я сюда портанусь, собачка меня скушает, нет? Что-то непонятно. Дай попробуем. Ну, Эмили, ну что с тобой не так? Тихо. Давай без этой фигни только. Не дотягиваюсь. Что это? Я что-то вижу. Досадно. Так, уходим. Заминировал поляну. Ага. Одну достал. Опаньки. Здорово. Это хорошо, что она близко подошла. Может, и эту еще? Блин, не дотягивается. О, дотянулся. Прекрасно. Ловите, твари. Нормально. Получается, одну приманил, двух остальных зарезал. Будем считать, что все прошло гладко. Собаки не потревожились. Так. Теперь есть резон сходить за амулетом вот в это строение, да? Где у меня Далила? Может быть, в башне, а может быть, здесь. Непонятно. Ну окей, все-таки сначала давай за амулетом, а потом все остальное. Не получается так. Они меня спалят, нет? Надеюсь, нет. Тут есть кто-нибудь? Ага, одна стоит, вторая сидит. Хорошо, что их всего две. Это будет проще. Эмили, я всего лишь хочу, чтобы ты телепортировалась вот туда. Молодец. Ой, блин, еще одна ведьма. Оперный театр. Да сколько вас здесь, а? А что вы охраняете здесь? Хотел бы я знать. Это подозрительно. Ты одна здесь, надеюсь? Так, ты главное не оборачивайся, потому что если ты обернешься, то мне придется тебя убить. Я и так тебя убью. Отлично, нифига, она еще горит. Офигеть. Так, они... наверху, нормально. Ну-ка, потихонечку. Так, собачки, здесь мне это не нравится. Вот жесть. Ладно, давай сюда. Прямо перед раз. Так, на мосту. Хорошо. Спалят меня или нет? Блин, пошли куда-то. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Пока нас не заметили, будем действовать скрытно и аккуратно. Тихо. Так, вы ушли или где вы? Там собака. Блин. Все не так просто. Как хотелось бы. А с собакой можно связать ведьму, интересно? Не уверен. Не-а. Эх, все было бы так просто.
Так, ну собака мне явно шум поднимет. И вот та ведьма переплашится. И еще прибежит одна. Что ж делать-то? Куда она ушла? Ну, вернись, тварь, я все прощу. Где ты? Она, похоже, далеко ушла. Так, ну интересно, собака отреагирует на то, что я убью? Ну что делать, давай проверять. Упс. Так, переполошилась, нет? Тихо. Псина. Так, ведьма на месте, нормально. Это Собакин. А Собакин идет ко мне. Нормально. Превратим Собакина обратно. Да блин. Сволочь. Сколько ж на тебя болтов потратить пришлось, а? Тихо, тихо, тихо. Мне бы болты забрать. А болтов-то и нет. Ясно, понятно, что нет. Так и ты здесь одна, да? То есть, получается, каждый со своей стороны. Это даже лучше для меня. Отлично. Так, осталась последняя. Но вот ее мы, пожалуй, уберем стандартным способом. Прирежем. Не будем тратить на нее драгоценные болты. Тихо, тихо. Никуда не торопимся. И ты тоже уже никуда не торопишься. Прекрасно. Еще одна замурованная ведьма. Так. Болт остался, нет? Прикинь, нет болта. То есть башка. О! Кого-то она там рисует. Интересно. Ладно, как мне попасть в это здание? Потому что здесь амулет. Все ведь заради этого амулета и делается. Очевидно, что через верх. Но нет, пока это не работает. С другой стороны, может быть. Ну вот, все же было нормально. Давай вот, ну, пожалуйста. Ну что, тебе сложно, зацепись. Да я же вижу, что получилось. Блин. Ладно, давай сюда. Прекрасно. Надеюсь, что здесь есть люк. Ха, а люка-то нет. Смотри, какая подстава. Ни люка, нифига. Ого. А сколько их здесь? Вряд ли. В последнее время по Ренхвену корабли не ходят. Все, вижу. Не дотягиваюсь, к сожалению, до них. Ну, не важно. Может, он брошенный. Блин. Слишком далеко. Дай поближе. О! Вот самое то. Тихо. Так, одну. Б. Спать. Вечным сном. Готово. Лиса, тебе нравится это назначение? Мне все страшно надоело. Я говорю, давайте откроем шлюз, и у нас будет собственный имперский флот. Я готова быть первым капитаном Далилы. Роника, ты всегда была дурой. Мы должны так закрыть шлюз, чтобы ни один корабль не прошел. Это приказ Далилы, у нее достаточно дел. Не хватало еще беспокоиться, что сюда кто-нибудь проберется. Главная задача – охрана башни. Далила сама вчера сказала, и ты слышала бы это, если бы не таскалась неизвестно где. Да, я видела, как ты смылась. Лиса, я слышала ее обращение. Белинда дала послушать, когда я пришла. Если бы мы поддерживали шлюз в рабочем состоянии, она не заблокировали его
всем этим старым хламом, то никто бы к башне не подкрался, и я все равно не понимаю, почему бы нам не иметь собственный флот и не сделать меня капитаном. Ну, собственно, все, твои мечты уже не суждены. Амулетик. Прекрасно. Быстрая тень. Да, что это такое? Дай-ка посмотрим. Вы движетесь в скрытном режиме намного быстрее. Это прикольно. Почему бы мне не покрафтить сейчас амулетов? И что-нибудь потом из них собрать. Я думаю, все получится. Сейчас одинокие разберем. И разберем какой-нибудь не очень важный. Ну, вот этот, например. Титовую кость даст. Ну, нормально. Так, давай крафтить тогда с четырьмя эффектами. Хорош. Такое дело. Убийство в падении дает здоровье. Это нормально. Так, где там быстрая тень? Отлично. Что у нас еще интересного здесь? Легкая тень действует немного дольше. Это приятный бонус. Ну подожди, подожди. Так, стойкость к взрывам. Враги роняют гранаты, гранаты взрываются медленнее, промахиваются, не срабатывают. Все это фигня. Так, это все фигня. Мана восстанавливается немного быстрее. Приятный бонус, но все же. Так, это для оружия. Мины, зоны поражения, гранаты. Болт, танец лезвий. Может уничтожить тело. Не уничтожает. Всего-то. Так, ну ок. Сколько у меня осталось? Две ячейки. Тогда берем фехтовальщика и еще какой-нибудь бонус. Например. Например. Вот легкую тень. Так, ну что? Скрещиваем пальцы. Ах ты, елки-палки. А, хотя фигня. Так себе. Негативная аура не такая уж и страшная. Подумаешь, осы там. Это ерунда. Давай берем. Отлично. Так, что у меня в черных амулетах? Не замедляет движение. Максимум маны. При падении вы бьете ударной волной, но это понятно. Так. Посмотрим, что можно поставить вместо этого. Очки здоровья — это фигня. Изменчивые звери — фигня. Да, в принципе, все такое, такое себе. На самом деле. Знакомый запах, доспех бездны. Все оставим как есть. Достаточно ништяков. Так, как теперь выбираться отсюда? А, ну вот трубы. Прекрасно. Пройдем по трубам и вернемся обратно во двор. Было бы неплохо восстановить ману сейчас, но да ладно. Здесь же никого у нас нет. Только собачка лежит. Две. Понятно. Лука его глаза. Все, нет у тебя больше луки. Арбалетные болты. Это вещь полезная. Так, главное, собачек не потревожить. А остальное все ерунда. Тихо. Падать нам ни к чему. Так, что у нас здесь? Вроде бы тихо. Ненависть долила к моей матери безгранично.
не могу достать. Это странно. Так, ну я так понимаю, это та самая беседка, где убили Джессамина, да? Ну так и есть. Мне бы вот на нее. Ага. Отлично. Проведем рекогносцировочку с беседочки. Так. Две подружайки, собачка. Их, в принципе, можно обойти. А можно уничтожить. Но в саду у нас дискотека прям. В принципе, можно и не связываться. Обойдем по краешку. Никто ее не заметит. Так ведь? Вообще мысль хорошая. А главное не палиться сейчас. Достаточно тихо иду. И лишнее внимание привлекать сейчас уже не хочется. Так, я надеюсь, ты здесь одна. Потому что вот ты мне мешаешь. Вообще можно ее усыпить. Чтобы шум не поднять трупешникам. Мало ли, какие там собаки реагируют на мертвое тело, да? Я думаю, да. Угу, аккуратненько сюда пройдем, посмотрим. Машинное отделение. Тоже ведьмы, что ли? Понятно. Ведьмы. Леди Долины, и зачем? Можешь рассказать? Я никому больше не скажу, честно. Водорослей совсем немного. А если обещаешь держать язык за зубами, то слушай. Она говорит, это для ее новой работы, для последней картины. Так, понятно. Мочим. Она же захватила большую даму. Что еще можно желать? Долина. Упс. Опять слишком. Так, я пройду здесь. Эх, Эмили, откормила я тебя, ты не пролазишь. Никак. Печально. По-моему, мы еще и застряли с тобой. Тихо, тихо. Давай не будем сваливаться. Нет, подожди. Зачем? Можно же подпрыгнуть и хватиться, да? Да, отлично. Вот и хорошо. Вот и ладненько. Насосная станция. Никого здесь больше нет? У вас тут двое было, правда ведь? Отлично. Рядом есть руна. Где она? Вот и руна. Кафе. Так, как тебе подлезть? Не понял. А, ну вот так. Вдоль трубы. Пойдет. Что у нас по рунам? 6 рун. Так, у меня вкачана тень, у меня вкачана цепь. А скорость передвижения вкачаем в режиме тени. Так, и что-нибудь такое. Может быть, и здоровье? Сила, живучесть, реакция. Ну, давай живучесть вкачаем. Мало ли какой замес сейчас будет. А он должен быть. Иначе зачем это все? Хочу кровавого замеса. Понимаешь? Так, а что такое здесь? Странные цепи какие-то. Лады. Микстурку забрать не могу, странно. Эти бедняжки. Голожопые, у них нифига не было. Ладненько. Так, давай выйдем, заберем вот эту товарку отсюда. Чтобы никто ее случайно не увидел. Так, она у меня живая. Вот ее бы связать и пытать, но нет времени. Некогда объяснять. Руби ведьму руки.
Так, а это все, я так понимаю. Нет больше ни амулетов, ни рун. Можно, в принципе, спокойно сейчас войти уже в замок. Открыть дверь с ноги. Она одна здесь? Слушай, ну, вроде бы одна. Или две. Ага. Вторая вот за углом. Третья. Надо, что происходит. Печально. У меня есть? У меня есть. Не нравится мне это. Надо смотреть. Подходи по одному. Нормально. Так, зачистим хвосты. Ой-ой-ой, собачка пришла. Кутенька, иди сюда. У меня для тебя подарок есть. Давай, давай. Сюда иди. Смотри, не хочет, а? Ускакала. Ну ладно, сама придешь. Это мы тоже. Так, нет. Нет, спокойно. Тихо, тихо. Бобик. Кузик. Сдохни, тварь. Нефиг тут. Фу. Небольшой переполох устроил, конечно. Ну да ладно. Так, а такое ощущение, что это и были те ведьмы. Да, так и есть. Труп, труп. Они все труп. А, нет, еще осталось. Еще одна, что ли? Ну, это не серьезно. Надо убирать. Вот теперь все, да? Шикарно. Кстати, это мысль. Гори, тварь. Да подожди. Ну, как так? Гори. Ведьма должна гореть. Фу, окей, берем пистолет и открываем дверь с ноги. А то это мне все уже порядком поднадоело. Собака, что ты там охраняешь? Ну-ка. Сдохни, Бобик. Можно подобрать. И куда-нибудь. Да блин! Он подбирает, смотри, какая зараза, а. Его однозначно нужно убивать. Лети давай. Хе-хе-хе. Прекрасно. Так, ну давай здесь пойдем. Что-то я передумал в парадный вход с пинка заходить. Раз вот есть такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться? Так, и что у нас здесь интересного? Кто там не ходит? Так, давай, дальше что? Прекрасно. Вот это сейчас мне в принципе уже ни к чему. Надеюсь, это было не очень громко. Так, очень интересно. Тут смотрители, смотрю, маски висят. Давай проверим, что же это здесь такое. Тихо. Никого нет? Прекрасно. Сейчас почитаем. После жалких потуг аббатства напасть на нас, я приказываю отключить питание в комнате охраны и пусть эту старую рухлядь там закроют. Больше никаких просителей из города. Заходите в мой тронный зал только в случае крайней необходимости, а если кто-то не из Ковина потревожит меня во время рисования, то горе ему. Смотрители были последними из наших серьезных врагов, и теперь они разгромлены. Надеюсь, вы без меня справитесь, если кто-нибудь еще придет. Чтобы ваша включить интерфейс... ток, нужно добраться до комнаты охраны. Доберемся. Какие у нас еще варианты? Давай потихонечку. Микстурки мне ни к чему. Кость, в принципе, не очень-то уже и важна.
Тихо, тихо. Надо было взять, наверное, микстурку. Так, ведьма у камина. Косточки греешь, да? Тихо. Оу. Там эти болваны бормотали свои дрянные молитвы. Кстати, закончив подготовку, она все равно перебралась в тронный зал. Так. Когда она ваяет или рисует, это всегда так здорово. Да, но эта работа особенная. Далила говорит, это полотно изменит все. И этот мир, и все другие. Сходи, взгляни, если не боишься. То есть мне предлагают исследовать сейчас часовенку для начала. В принципе, оно и правильно. Так куда они пошли? Куда вы пошли, твари? Если Далила в тронном зале, я попаду к ней на лифте. Да подожди. Ого! Амулет. Руна. Еще два амулета. Да вы шутите. Серьезно? Так, ну пойдем тогда сначала уберем тех ведьмочек. Иначе они мне помешают. Дайся. Так, ну давай тогда аккуратненько перепрыгнем, что ли. Так, где у меня эти подружаки-то? Ошиваются. Как-то у меня зрение недальнобойное. О. Верховный смотритель. Точняк. У него амулет на поясе, а рядом собака костяная. Погоди, сволочь, сейчас я тебя отправлю обратно. Вот и все. Тишный гладь. Давай заберем. Тихо, 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 тихо. Еще два амулета. Обалдеть. Так, а болт-то я все пролюбил. А, нет, вот он болт, нормально. Так, ну давай с ведьмами разберемся, раз уж я здесь. Сколько их там, я не знаю, конечно. Две. Надеюсь, вы стоите спиной. Они стоят спиной. Прекрасно. Тихо, тихо, тихо. Опа! Вот и все. Прекрасно. Что у вас тут полезного? А, я съел гнилую грушу. Фу, Эмили, выплевывай скорей. А, гадость какая. Че ж ты тянешь в рот все подряд? Надо повнимательнее. На передний двор. Ну, туда мне не надо. Я только что оттуда. Окей. Давай каморку проверим. Как раз там руна. За стеной кто-нибудь живет? Вроде бы нет. Ага, какой-то затопленный подвал. Хорошо. Надеюсь, тут ведьмы не тусят, потому что находиться здесь мокро и сыро. Сейчас проверим. Вроде нет. Так, где есть руны-то? Точно никого, кроме Крис. Вроде бы нет. Прекрасно. Это можно пройти в комнату охраны таким путем. Потом еще в часовню. Хорошо, побываем и там, и там. Где есть руна-то шумела? Только что. Подожди. Руна где? О, за стеной. А, она в комнате охраны. Хорошо. Сейчас дойдем. Подожди, тогда проверим закутки. Для начала.
Ничего полезного нет. Мне бы какие-нибудь мины, гранаты пригодились бы. А жаль. Ну, нет, так нет. На нет и сюда, как говорится, нет. Так, а наверх можно подняться? Ну, смотри, и наверх можно подняться. Замечательно. Аккуратненько. Так. Оп. Тихо. Здесь одна ведьма. Все? И никого больше нет. Хорошо. Давай сюда перелезем потихонечку. Оп. Прекрасно. Не палиться, не палиться. Потихонечку пройдем. Дела свои сделаем темные. А потом всех вырежем. Так, так, так. Эта штука странно движется. Как человек, но по-другому. Сколько у вас еще? В его жилах течет масло из жира чудовищ, что живут в ледяных. Опа, робот, зараза. Он никак не связан с магией госпожи. На нем нет печати бездны. А мы сможем сделать такую штуку? Так, давай сделаем вот так. Поставим на робота оглушающую мину. Сюда его приманим. Та так ловко обращалась к гостям. А этих свяжем, пожалуй, да? Теперь Бриана отрезана от магии Далилы. Так, я дотянусь и до нее. Теперь ее фавориткой сможет. Отлично. Стать кто-то из нас. Нужно сделать для нее костяного человека. Джиндаш спятил, а его... Тихо, прекрасно. А куда вы пойдете сейчас? Жизни я умерла со скуки в вонючей конторе. Блин. Надеюсь, вслед. Прекрасно. Улетели. Так, робот. Где робот? Сюда давай. Давай, заходи. Нормально. Тихо, 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 не поднимай тревогу. Все? Угомонился? Здорово. Так. Чисто, чисто. Давай чекнем, что у нас. Ведьмочек было на кармане. Такое ощущение, что ничего у них не было. Эту что ли убить? До кучи. Где она здесь? Ай, блин, она за стеной. Че сюда иду? Все вроде бы. Прям напряженненько так. Еще можно было поверху пробраться, никого не убивая, да? Это же не для нас. Комната охраны. Погоди, раз тут часовня рядом. Угу, и руна под ногами. Ну да, это, видимо, в комнате охраны. Хорошо. Но сначала все-таки в часовню, я думаю. Раз уж на то пошло. О, какие-то благородные господа повешенные. Жесть. Просто жесть. Слуги. Или кто еще там? Зараза. Так. О. Почему посреди часовни растет дерево? Действительно. Сейчас аудиограф. Как удобно. Блин. Где робот? Надеюсь, он не отреагирует. Так, давай поставим ловушку на всякий случай. Мало ли, вдруг припрется сюда. Припрется, получит. Что это вообще за хрень такая? Я ту же штуку видел у Луки.
Я думал сначала, что это фамильное какое-то древо, теперь понимаю, что нифига не так. Это древо для чего-то более интересного предназначено. Подчинить энергии бездны было непросто, но мне удалось осквернить костяные руны для моего великого полотна. Все ингредиенты приготовлены в часовне. Сушеные бурые и зеленые водоросли из канав, цветы из оранжерей, размолотые в пыль и превращенные в краски. Человеческие кости, пропитанные флюидами страха и раскаяния. Я запасусь терпением и продолжу рисовать, пока последняя руна не будет вставлена в трон. Мой трон. Но между оскверненными и чистыми рунами нужно сохранять гармонию. Две оскверненных соединены с двумя чистейшими. Если эту гармонию нарушить, то магия полотна может исказиться и даже обратиться против меня. Далила затевает что-то чудовищное, но, возможно, мне удастся ей помешать. Прекрасно. Да у меня есть... оскверненную руну. Я думаю, амулет. Ладно, сейчас послушаем, что скажет. Сработало. Я нарисовала часовню, но добавила в краску деревянные опилки. Разместив вокруг кафедры руны, и чистые, и оскверненные, я смогла транспонировать часовню из нарисованной в каменную. Если добавить еще руны, я смогу проделать то же самое с целой империей. Это будет мое величайшее начинание. Транспозиция картины. Мир, каким он должен быть. На эту несчастную кучу дерьма, в которой нас угораздило родиться. Наконец-то все будет сделано на совесть. Упоротая художница. Так, мастерская. Это мастерская, значит. Окей. Создав больше оскверненных рун, я смогу помешать Далиле закончить картину. Давай. Так, дальше что? Что дальше-то делать? А, вот так вот. Окей. Подожди. Не понял. Какие дальнейшие действия? Создайте скверненную руну. Так. Непонятно. Стоп. Чтобы создать оскверненные руны, соедините сушеные водоросли, краски и человеческие кости. Воспользуйтесь оскверненными рунами, чтобы сорвать тайный план Далилы Копперспун. Ага. Пигмент. А кости где? Где кости? А, вот, черепочек же. Отлично. Так. И что делать? А, оно само все работает. Прекрасно. О, как здорово. Хорошо. Оскверненная руна. Ну-ка прочитаем. Мощная и нестабильная руна, сделанная из человеческих останков. Окей. Думаю, нам пригодится. Мы не просто так ее убьем. А мы убьем ее креативненько. Так, ну амулеты. Амулеты. Здесь еще амулеты. Хорошо, пошли, заберем амулеты, а потом за руной. И в комнату охраны получается. Главное не нарваться сейчас. У-ху-ху-ху-ху. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Роботизированный идиот. Там ведьма. Это печально. Сколько их там, я не вижу. Может одна, а может две. Фиг знает. Надо было с другой стороны обойти. Давай посмотрим с другой стороны. Так, ты стой, я тебя не буду бить. Ты только стой, не подходи ко мне. По-моему, она одна. Ну, прекрасно. Госпожа, я слышу тебя.
Я верно служу тебе. Да, да, да. Блин. Она одна или нет? Я не понимаю. Фу, ну давай. Тихо. Тихо. Оу. Что? Ух ты, ёлки-палки, еще одна ведьма. Зараза. Что? Кипиш устроил. Тихо, 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 валим. Собачка, прости. Ты мне весь кайф портишь. Лучше бы... Блин. Ну что, пистолет? В твоем унылом мирке. Заходи. О, больно. Вот и все. Хватит таиться, надоело. Вот так. Проклятье на мою голову. Блин. Вот твари, как вас много-то стало. Никого же не было. О, отлично. Миско. На тебе. Я-то, да, ты еще не представляешь, насколько. Я еще вот так умею. Здравствуйте. Ловите. Отлично. Я тебя найду раньше. Где ты там? Вот так вот. Классно. Еще есть? Ну? Есть желающие? Видимо, нет. Фу. Нет, ну скрытно это не очень интересно, это скучно. Вот где драйв. Что они какие-то бедные, нифига в них нет. Ладно, пойдем заберем руну. Оу. Не руна, амулет точнее. Так, что полезного здесь лежит? Только эликсир и все. Хорошо. И на этом спасибо. Следующий амулет. Так, опаньки, нет, спасибо. Нет, спасибо. С роботом воевать что-то. Никаких желаний нет. Хорошо, давай вот сюда. Уходишь, нет? Уходи, уходи. Блин, вот так уходи. Подожди. Я тут бегаю вокруг, а... Тем не менее, амулет где-то... За стеной. Как туда пройти? Как туда попасть? Что-то я не понял. Какой-то потайной ход должен быть. Странно. Упустите меня, что вам, жалко что ли? Блин, тут робот ходит. Иди-ка ты нафиг. Не хочу с тобой убираться, ты такой противный гад. Он же ушел, да? Он где-то рядом. Блин, как попасть туда, а? Неужели через крышу? Я ничего не понимаю. А, вот же вход, ёлки-палки. Да ну как так-то? Эмили. Может ты допрыгнешь просто? Вот. Сразу бы так. Так, вы у нас кто здесь? Прячьтесь. Скоро придется выбраться за провизией. Это опасно. Привет. Никто не должен знать, где я. Я уже давно прячусь здесь, с тех пор, как все началось. Я не выдам тебя. Расскажи, что ты видел. После переворота были бои между предателями и теми, кто остался верен императрице. Потом устроили пир в честь Далилы, и герцог вернулся на Серконос. Смотрители пытались устроить штурм, но их разбили.
Что-нибудь еще? Далила точно что-то затевает. Она работала в часовне аббатства. Если не боитесь, поищите ее там или в тронном зале. Она упоминала какую-то картину. Береги себя. Надеюсь, недолго осталось тебе прятаться. Вот бы у вас получилось. Мы прятались втроем. Двоих сразу же поймали. Остался один я. Это все потому, что ты спрятался достаточно хорошо. Даже я не сразу понял, как к тебе пробраться. Что же говорить про этих идиотов? Так, что у тебя полезного здесь? Еда? Ну, это ты сам как-нибудь. Сфолерит на счастье? Ну, пригодится, я думаю. Ну, это возьмем. Тебе это все равно ни к чему. Так, ладно, давай вернемся уже. Так, подожди, а еще одна комнатка есть? Ага. Это магический скайп. Не будем запускать. Ни к чему, чтобы она знала, что я здесь. Она и так, наверное, знает. Поэтому лишний раз привлекать все внимание не будем. Хорошо, уходим. Тихо-тихо. Да? Что у нас здесь? Есть враги, ловушки, что-нибудь еще? Тихо. Это подозрительно как-то. Слушай, все достаточно тривиально, никого тут нет. А где здесь есть руна? Ну, прекрасно. Это все? Видимо, да. Так, предлагают заправить банку с ворованием. Хорошо, давай. Это значит, чтобы подачу электроэнергии восстановить. Мы знаем. Хорошо, прекрасно. Есть. Все работает. Можно подняться в тронный зал на лифте. Опа. Ты идет. Сколько их там? Их там двое. Двое, говорите. Взорвать их, что ли? Машины мчат, ловите. Что это было? Это твоя подушка взорвалась. А ты умрешь так. Нормально. Не очень-то и шумно получилось. Все, подзадержался я здесь. Пойдем уже надерем ей задницу, надоело. Все подсобрал, ничего не забыл. Замечательно. Это что такое? Нифига, раскаленная труба. Так, ну этот эликсир мне не нужен. Ты одна здесь? Или как? Эмили, может ты перелезешь уже потихонечку? А, дротиков-то не осталось, пистолет один. Хотя... Давай, удивим подругу. А, да! Ха-ха-ха! Это все? Нет, это не все. Прекрасно. А еще желающие есть? Отлично. Я обожаю эту способность. Мне бы боеприпасы какие-нибудь. Почему у вас ничего нет?
Вроде же дворец, тут всего должно быть. Потом, где дворцовая? Опа. Так. Не надо нам этого. Слишком близко. Ух ты, это куда ведет? А, ну понятно, это вот затопленное место, куда я... Угу, все так и есть. Понятно. Я просто не воспользовался этим проходом в прошлый раз. Кто-то ходит? Нет? Я тебя раньше убью. Заткнись давай. Где там еще одна была? Нету? Ну как так-то? Я ж тебя видел, тварь. Долго я так ползать буду? Где ведьма? Вот так. Ух ты, ёлки-палки. О-хо-хо-хо-хо. Ё-моё. Магически, да. Магические твари быстро не умирают. Зато умираете быстро вы. Так, нет, похоже, все. Кто-то ходит. Ты одна, что ли? Эй, подруга. Сюрприз. Это кто сейчас был? Я только что слышал. Откуда? Я не хочу это выяснять. Мне бы к лифту уже. Где у нас лифт? А, вон он. Погоди, я вот в этом закутке не был. Что там такое? Интересно. А. Нет, здесь я был. Что они сделали с моей башней? Зла не хватает. Какой защитника? Я просто сюда не дошел. Как же я так? Ого! Нифига разгром-то. Зла, говоришь, не хватает? Ничего, подожди. Сейчас они нам за все ответят. А в покоях защитника нет никакой информации, как его самого-то оживить, а? Мне бы это знание не помешало, честно говоря. Потому что пока, сколько я хожу, ничего такого не было, никакого намека. Тихо, тихо. Не надо хватать все подряд. Сама перемещайся давай. Вот кому нужна нафиг такая королева, которая все привела в запустение? Вот что мне такого хорошего, чтобы я ее пощадил? Вот, например, если бы я играл за персонажа, который не хочет никого убивать, например. Зачем мне ее щадить? Я не вижу никакого смысла в этом. Где ты хмыкаешь там? А, вижу, вижу, вижу. Сейчас, подожди, до тебя доберусь тоже. Эмили. Блин, да ты не туда телепортируешься. Че ты там стонешь, а? Че ты стонешь там? Эй, ты кто? Ты как думаешь? Блин, не то принял. Выйди. Тихо. Где у меня тень? Вытекаешь из сумрака? Да нет, я лучше как раз туда войду. Хе-хе. Так вас убивать даже интереснее.
Погоди, зачем мне это? Она же одна была. Да, все, хорош развлекаться. Пошли уже, Галили. Собаченька. Вязкая псина, просто сдохни. Так, куда мне? Тронный зал. Подожди, ну-ка на третий. И что это у нас здесь такое? Что за гадское запустение? Вот ты, блин. Я думал, в чем-то интересное. Оказалось, нет. Окей. Готов? Вперед. Угу. Ты заберешь меня назад и погибнешь в моей руке. Так это что такое у нас? Трижды тронуть китовую кость, а не дважды. Подозрительно, ну-ка. Тут нет никаких ништяков. Есть только охраны. И вот, по-моему, Далила там, да? Но я слышал ведьм. Где же были ведьмы? Ну да где они? Я не понимаю. А, понятно. Ты одна там? Заскучала, подруга. Сейчас развеселю. Лети давай. Ты чем это звуки издаешь? Задницей, что ли? Верхняя половина вниз улетела. Она такая. О-о. Так и что, это все? Это все? Никакого масштабного тебе замеса. Никакого потайного входа, ничего, да? То есть тупо берем и заходим через парадный вход? М? Да ладно. Я не верю. Ну вот же. Вот же есть что-то. А, нет, показал. Нет, не показалось. Ага. Далила? Ну здравствуй. Что Далила сделала с моим троном? Действительно, нифига себе. Что за растения гадские? Так, давай почитаем дневник. А, сведения. Если использовать сердце против Далилы Копперспун, возможно, получится вернуть ее душу в ее тело, сделав самозванку уязвимой. Так, проект Далилы. В тронном зале Далила пишет свою картину. Она хочет изменить реальный мир и сделать его таким, как на ее полотне. Куда мне руну-то вставить? Куда руну вставить? Руну куда вставить? Непонятно. Смерть императрицы. Так, я снова скорблю. Это не то. Герцог Карнаки, это не то. Отец Сирконоса. Возвращение в Данвул. Так. Она должна знать, что я пришла за ней. Она издалека наблюдала, как ее союзники один за другим исчезали с моего пути. Чувствует ли она себя уязвимой? Или она все так и задумала с самого начала? Окей. Кто еще смог выбраться из самой бездны? А что мне нужно?
сердце применить на ней? Погоди, погоди, а куда мне вставить руну? Тихо. Давай вот так. Отлично. Есть у меня усыпляющий дротик? Эх, усыпляющего дротика нет. Ну, можно применить будет вот эту штуку, наверное. Ну, давай все-таки сердце. А потом руну вставим. Отлично. Моя душа вернулась. Войти на полотно? Поместить оскверненную руну на трон. Отправляйтесь в картину вслед за Далилой. Я даже не знаю, конечно, интересно войти за Далилой. Ну-ка подожди. Что Корво спасет, я не понимаю. Поместить оскверненную руну на трон, да? Что мне это даст? Это не смертельный стиль, да? Хм, это, видимо, чары ее сейчас разорвет. Я не знаю. Я даже не знаю, я хочу ее убить. Я не хочу не смертельный стиль. И потом в картине наверняка будет что-то интересное. Что такое сейчас? Положите руну на трон, короче. Если изменить число оскверненных рун на троне... Картина обратится против Далилы. Я просто не увижу, что произойдет, да? А давай посмотрим две концовки. Мне правда интересно, что будет. Сделаем вот так вот. Оп. Так, и дальше. А, то есть войти все равно надо. То есть в любом случае нужно будет войти. Но это здорово, тогда здорово. Тогда, может быть, ничего не будем менять. Вперед. Так вот о каком мире она мечтает. Нифига же не видно. Ого, ни хрена себе. Оглушить Далилу? Зачем мне ее оглушать? Я замочить хочу. Так, ну картина должна была обернуться против нее. Каким образом? Воу. Так, ну рубилово-то есть, это прикольно. Магический дар не для тебя. Валим по одному. Восхитительно. Да, восхитительно. Сам балдею. А так вот. Уходим. Так. Еще парочку. Где ты? Какой ты юркая, сюда иди. Ах, тварь. Хватит. На, держи. Отлично. Еще одна. О, жесть. Следующее. Ты где? Тварь, иди сюда. Вот так вот. Уничтожить копии. Прекрасно. А ты, значит, не копия, да? Ага, вот и я. Сегодня тонольские крысы будут жрать твои потроха. Так. Тебе не стоило вылезать из той дыры, что служила тебе убежище. Как бы мне тебя поинтереснее-то убить. Все берем. Ну, минут для начала. Эх, промазал. Здесь не место маленьким девочкам, Эмили. Ты в лови. Вот так вот. Сдохни, тварь.
Лила, ты же не против, чтобы с тобой снова обошлись нечестно? Прекрасно. Заберем трупешник, я думаю, пригодится. Нет, к сожалению, она осталась. Конечно, оживить. Случилось. Давай сядем. Я все объясню. Столкнувшись с могучим сверхъестественным врагом, императрица и защитные короны обрели союзника в лице аббатства обывателей. Аббатство, наконец, получило свободу действий на Серконосе. После смерти Далилы Копперспун, ее ковен утратил силу. Заговорщики были разбиты. Истинная императрица снова взошла на трон. Эмили мстительно истребила всех, кто предал ее, и стала править империей вместе со своим отцом, легендарным Корво Аттана, который всегда был при ней. Когда-то Соколов устроил промышленный взрыв, мгновенно поразивший все сердце империи. Он видел, как власть имущая использует его машину для войны и угнетения слабых. Он навсегда покинул Данул и вернулся на север, без сил, в отчаянии, превратившись в жалкую тень самого себя. Есть вопросы, уйти от которых не выйдет. Нужно дать ответ. Меган Фостер исчезла без следа, и появилась Билли Лерк. Она очень надеялась найти себя и тех людей, которых смогла бы назвать родными. Что ж, друзья, вот и закончилось наше с вами прохождение Dishonored 2. Честно сказать, я не увидел в этой концовке ничего плохого. Ну да, империя в хаосе. Ну что ж поделать. Такая вот у нас вышла кроваво-мясная королева Эмили Мстительная. И это круто, друзья, я считаю. Виновные должны понести кару. Кто скажет, нужно было оставить Далилу в живых? Я не вижу смысла. Мы же хотели вымазить ей клинок в сердце. Вот, пожалуйста. Что ж, друзья, впереди еще много интересного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, заглядывайте в группу ВКонтакте. Всем котиков и совушек. Пока.